Все равны, как на подбор. Ребята 15-16 лет уже сейчас сделали свой выбор и твердо решили, что свяжут свою жизнь именно с правоохранительными органами. Поэтому, как только они переступили порог кадетки, 10 ноября стало и их профессиональным праздником. С чем и пришел поздравить кадетов генерал-майор Ефрем Романов. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Вольно! Поздравляли и желали всего самого хорошего кадетам и те, кто когда-то, как и они, стояли в строю. Те, кто, как никто другой, знает, что кадетский корпус значит жизнь будущего офицера. Сегодня они уже бывалые оперативники и уверены, что их профессиональный путь начался именно отсюда. Когда в 95-м году первый раз узнал о том, будучи еще учащимся в 5-м классе, узнал о том, что состоится первый набор, загорелся желанием. Отец военный у меня, офицер тоже. Ну, хотелось по стопам отца пойти. То есть до конца 9-го класса желание не исчезло никуда, поступил, ну и закончил его в 2002 году. Сам кадетский корпус, конечно, дисциплинировал сразу, с первых дней. Вот это и жесткий распорядок дня, уже совсем другие учебные процессы, которые у нас перемешивались с строевой подготовкой. Ну, соответственно, и характер воспитывался, что в дальнейшем, конечно, помогло повседневно деятельности именно в органах внутренних дел. Пришли старшие товарищи в гости не с пустыми руками. Лучшим воспитанникам сегодня были вручены благодарственные письма, которые они заработали упорным трудом. Старания в учебе, строевой выправке, военной подготовке – это тут играет важную роль. Кто знает, может, среди этих ребят будущие генералы и герои, которых мы наверняка еще не раз услышим. Татьяна Кошелка, Никита Плотников, новости дня.